Но перед началом данного видеоролика я хотел вас попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на мой канал, и обязательно включили колокольчик. Моменты взяты с Атрама Азама, ссылка на него будет в описании. Если хотели посмотреть еще какие-нибудь моменты, то ссылка на Азама будет в описании, приходите, смотрите. Ну а теперь смотрим видео. Такая угарная реакция была. Да? Да. Давай, короче, только меня жестко не убивай по-братски. У меня 500 хп сделал. У меня спинг, у меня постоянно это баг с пингом бывает. 50 пинг. И стенка не ставится. Давай, давай. Я думаю, ты выиграешь меня. Ты что, хочешь взять реванш с того видео? Ну да, ты же меня помнишь, ты меня выиграл, я реванш. Конечно, хочу. Помню я. Я просто реванш хочу, брат. Такой бой забыть нельзя, как я тебя одолел вообще. Да, просто реванш, просто чисто. Я реально, пацаны, скажу, я вообще не люблю играть СНС. Вы все прекрасно это знаете. Ну, играю иногда, бывает, ну, редко играю. Давно не играл в СНС. А так, чисто с кем? Вот, с акологом, или же Зюма, я вот так по рофу играть можно же. Танк. Зюма, только по-братски сильно не бей меня. Хорошо, хорошо, ладно. Ой, стенки говорили, пингуют. Я, кстати, пока хайлайтер убью. Или как зажимер хочу. Я давно не играл, отвечаю стенка на стенка. Сори, Аза, зажим летит. Чё зажим летит? Как мазмин. Да летит в голову, Аслахазан. Он не летит, ничего не хочет лететь. Ты зачем зажимаешь? Он хочет лететь. Зачем ты зажимаешь? А зачем зажимаешь? Это жесткие так играют. Ты не иначе не жесткие, а зато нажимаешь. Ты что, не нажимаешь? Это новый вид стрельбы, или чикенефол. Илья говорит, что ты красавчик. Илья, спасибо огромное. Ты не знаешь новый вид стрельбы, или чикенефол? Ты меня гоу убил? Да? Не видел, что ли? Нет, он что, голову убил? Пинг, наверное, у меня пинг. Ты что, 500 хп поставил? Я в телефоне не люблю играть 500 хп. А что у меня ноги идут? Потому что ноги — это важная часть тела. Подожди, на них... что за фигня, я понимаю, что у меня? Бля, я не знаю, я не знаю, что за херня, блядь. А, да, ты всё, я тут. Бля, почему я не могу, блядь? Вообще не летит. У тебя, я бы полетел, у тебя прям как Гагарин полетел, отвечаю. Че, как Гагарин же полетел, че такое не летит? У меня тоже полетел. Е-мое, полетел, как Пушкин. Хорош. Ты тоже жесткий стал, что ли? Бывает жизнь огорчения. Зима, почему ты такой жесткий? Скажи да мне, брат. Ну ты забыл год и тренировок. Ты как можешь забыть такие вещи? Через год и тренировок бывают еще несколько годов. А это уже получается больше, чем несколько годов. Понимаешь? Здесь заставят, потому что он оскорбил казахов. Блять, пожалуйста, хоть один казах, который существует на этой земле, может доказать то, что я оскорбил казахов. Хоть один. Я удалю свой канал. Я вам клянусь Аллахом. Если вы, блядь, покажите, где я, блядь, казахов оскорбляю. Не одного человека, а казахов. Покажите, пожалуйста. Подожди. Хоть один казах в жизни, вот который на земле существует, миллионы казахов, хоть один из вас может доказать, что я оскорбил казахов. Если вы докажете, я удалю свой канал. Докажите то, что я казахов оскорбил. Если я одного человека оскорбил, это не значит, что я казахов оскорбил. Может, я какого-то человека оскорбил, а не казахов. Не летит ничего, я тоже не летит, стой. О нет, я был не прав. Страшно, очень страшно, мы не знаем, что такое. Мы не знаем, что это такое.
Еще бы мы знали, что это такое. Это голова. Это голова. А так можно, знаешь что, 2-2 поиграть можно. Да-да. Давай сейчас кого-нибудь позовем, 2-2 поиграем. Так умные человеки так делают, и все, чтобы тебя... Пацаны, я знаю, я никого не оскорблял. Это все ради хайпа они делают, чтобы набрать популярность. Ну, бля, зачем, блин, меня... Ну, зачем на моем имени это делать, скажите? Сделайте на другом имени. Зачем вы на моем имени делаете то, что я оскорбил? Если я никого не оскорблял, зачем вы говорите то, что я кого-то оскорбил? Я не понимаю, друзья. Ты что такой подкрепляет на туре? Ты как через стенку проходишь, и 500 стенку поставил. Фу, я жалуюсь разработчикам на тебя. Да, ты тормози, ты как так быстро бегаешь? Да ты как ты туда-сюда, туда-сюда ходишь? Так, захват, так. Бомбить на то, как ты так быстро? Мам, мать, типа, как голова прошла. На, последний за зим можно. Ой, дуйсь, фулл хэт удал. А что ты так со мной, брат? Ну, я по-братски за тебя это делаю. Привет. Здорово. Давай, здорово. Короче, я видишь, как не мешаю, у нас тут битва титанов. Я еле-еле оттяжки даю, я уже фастерплеер стал за несколько недель. Я совет дам подписчикам, не берите настройки у других, это мне не помогло. Сами настройте и будьте жестким. Да, помню, Мед, огромное тебе спасибо за донат и за приятные слова на душе. Давай, давай, а зачем боишься уже со мной выйти, да? На вид. Ты понял, что со мной дело плохое. Ты быстрый. И у меня это хамелеон глаза. Ой, куда-сюда глаза стоят. Не бегай так, пожалуйста. Ты на ПК кнопочки нажимаешь там свои, а я землю экраном. Да не бегай ты так, я закрою сейчас. Дай мне отойти от этого. Да, Аша, ты на тебя за землю куда хочешь. Да не хочу так, ты почему такой быстрый? На. Да хватит. Ну, что, против друг друга, что ли, играете? Да, не... Yeah, vacation, alfacination, affirmation, affirmation. Кликни, о, вак, чате, кто сказал вак? Ауф, просто. Всё. Я не знаю, он нахуй сел, походу. Я в шоке. Я не знаю, что с ним было. Я несу радость, ты чё? Так геймер сказал, придумал. Я сказала всегда тортик, а он придумал радость. Ура, медицка, только околока не хватает. Ага, а замуж. Не играл, вообще непривычно. А ты че, после рейтинга играть, блин, вообще непривычно. А где Зюма? Не знаю. Зюма, кто тебя выкинул, блин? Зюма. Не знаю. А что ты молчишь? Я не молчала вообще-то. Вы у меня выключаетесь, я выхожу, потому что вы все равно молчите. Что-то такой баг бывает. Что? А на каком языке? Я вам компьютером не понять, так что это рандаль. Ой, бля, не стучай, стучай. Опять пукнул вот это, что такое? Там тоже так было, что пукнул. Я тебя не видела. Зюма разговаривает на каком-то странном языке, я его не понимаю. Он на войне, тут ничего не видно. Видите, пацаны, как она пукает. Ты чё, Аза? Ты как у тебя так летит? Я закрою, пожалуй. Хотя бы полякаюсь. Ладно, пойду что ли в КС-ку поиграю. Ага. Ты чё? Гранаты оставь себе, пожалуйста. Мне не надо их. Ты че? Фух. Закрыл стенкой их. На-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на. Бау. Сколько
теперь осталось? Не знаю. 90. Казан, ты что, Зюбе проигрываешь? Да, он жестко нет. играет. А 4-5 сейчас. Александр. Я проигрываю. Ты в армию ходил, как там трудно, тяжело. Ну, первый месяц, да, чуть непривычно, трудно. А потом поиграем. Давай сейчас поиграем. Бля, я давно не играл, вообще разучился стенка на стенке. Это же вообще другой стиль игры, бля. Вообще да. разучился играть, как бот играю. Офигеть, 32 лайков. Гоу 32500 добьем, да, за сезон. Я давно не играл, вчера только со змеем начал играть. Да, он змея 6-0 выиграл. Змей вообще как бот начал играть, что ты, блин, змей говоришь? Да, он вообще начал плохо играть. Он сам признает. То есть он долго не играл? Я его из-за этого тренировал, ему нужна была поддержка тренировки. И поэтому ты его 6-1-6-0 выиграл? Да. Удержал. Просто бы он не обязал, что там фитнес, мотивация, блядь, нужно выиграть Зюму. Там Почему у меня не летит в голову, я понять не могу. Не хочет, наверное. Как? Почему? Я не понимаю. Почему не летит реально, я понять не могу. Я помню, раньше из дихла летело все в голову. Не бей меня, Аза. А сильно только не бей. Ну, ПЦХП играть это же самое жесткое вообще что-нибудь. Да, из-за этого он еще с ПК ему фултычки легко давать, а мне зажимать надо его. Я или колу даю, еще зажимать даже. Бля, у меня вылетает мышки все время на этот С нажимаю. Да, зачем он такие фотхэтки дают? Кстати, я беру двухстолку и не буду выносить. Хотя у меня тут хп нету, в принципе, что я вынесу. Мусор только. Бля, я отвечаю, я когда обычно играю, у меня все летит, я не знаю, что почему. Обычно у меня все летит, я не знаю, что вообще, на СНСке вообще ничего не летит. Обычно, зигла, я играю, вы же видите, пацаны, я в этот залетаю, играю, блядь, если челик просто стоит, это 100% я ему въебало даю. А тут не могу зюбить, ты, блядь, колдун, что ли, блядь? Я хороший скиловый игрок, как... Нет, чтобы вы понимали, он просто стоит. Стоячему это самое легко давать в голову. И у меня не летит ни хрена. Я заговорю скрипту насчет забил. Я помню, когда обнова только вышла в сентябре, где-то когда это было. Азам просто, блядь, вообще разъебывался. Просто я задротил в нее из-за этого. Не, мы просто играли по стримам. Раньше проверок не было, и мы типа 2-2 играли. Пока. И сейчас, блин, прикинь, все делают проверки в гильдии, все. Все ютуберы. Да-да, мне это просто. Это как бы бабки зарабатывают, да. Это бабки, плюс это самое, ну, легко так игрока топового найти. Да я их научу играть всех, чтобы они проверки проходили. Вот трейсер, Азам, те ученики, вот именно мои. Я учу, и меня забывают, когда еще сам удаление этого оврага учил их. Все мои ученики. Аза, взгляд смерти, бля. Да что ты, Аза, я боюсь, когда ты такой взгляд, значит, ты серьезно целенаправлен меня убить. Оставь меня, пожалуй, я только убегаю. Только сложно убегать. Изюма, ты посмотрел бы на него, ты просто сразу умер, ты умер бы сразу. Мне когда тут секунду нельзя никуда свернуться. Он еле-еле меня дожимает, бегает за мной. Бля, а клякова стенка поставила там, а там в небо стенку поставила. Бля, я не понимаю, а ну херню, что за херня вообще? А что за херня? Пропала, стреляет, что за херня, спрашиваю тебя. Изюма, ты как не попал, где он стоял? А сам посмотри, верхняя стенка на кубле. В натуре один хп. А зона сейчас... Лол, как он два раза подряд упал? 4 хп. У тебя сколько хп,
Рустам, скажи. Скажи, пожалуйста, я далеко цикл экспириенс, он его убьет. Ура! Вакейсин! Терминейшн, альфа-конейшн. Как я его убил? Он я еле, ну, хотел убежать, не смог, он жестко даст. Ты просто эмоционально это сделал, и ты переборщил. Эмоции делал. Понтоваться хотел. Рена, нужен еще один игрок. Лайка можно на СНС позвать. 2-2. Тобой Зюма, Азам. Как раз два жестких. Я и мой ученик будет играть. Ты что, гранату брал, что ли, Аза? Откуда тут граната? Нет, это не граната, это... Нет, не пукалка, еще граната есть, а граната... Нет, тебе показалось, я глюханы пошли, брат. Фу, опять что-то эта пукалка воняет, аж чувствую. И Азам же не дурачок, чтобы играть в гранате. Нормальный человек. А чувствую в голове. Ты сам убийцей бал уже вообще. А почему стенка не ставится? О, последний раунд. Она как вот играет. А почему стенка не ставится? Гелис Хана, салам алейкум, алейкум. Я маню так на Азаме скорость жестко потренировала. Аза, ты потому что меня напрягал, я скорость сильно тренировал. Вот так отбегал, ставлю стенки. Это мне на плюс будет. Да. Секунду. Я уже быстро попал, как лето. Бля, ну ты жесткий, брат, я не тяну с тобой, брат. Да нет, ты жесткий, да чё ты? Бля, Зюма, блин, вот в этот раз я думаю, реванш возьму я у тебя. Да мне кажется, наверное, мне кажется, опять потерпишь вооружение. Ты как меня так зажал, зажимщик? Просто зажимщик. Ты чё за стенкой стоишь? Я тебя вижу, у тебя дрова торчит. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, тебе всем удачи и всем пока-пока.